Всем привет! С вами канал Артмания. И сегодня у нас видеообзор на вот такой вот био-йогурт, классический Биомакс. Здесь у нас живые бактерии, растительные волокна. Плюс. Вот такой вот интересненький. Здесь давайте посмотрим состав. Кому интересно, нажмите стоп и прочитайте. Здесь что там у нас? Изготовитель. Вот. 125 грамм. А стоил он где-то около 35 рублей. Плюс-минус. И давайте его откроем. Посмотрим, что же у нас там внутри. Так. Вот так он выглядит. Такие немножечко там, кстати, такие комочечки. Кстати, с этим йогуртом у нас был небольшой эксперимент. В конечной заставке будет, что же мы с ним там делали, где же он у нас участвовал. Обязательно посмотрите. Там будет в конечной заставке единственный ролик на эту тему. Обязательно посмотрите, мне будет приятно. И там напишите свой комментарий. Свои отзывы, кстати, оставляйте под этим роликом, если вы пробовали этот йогурт. И давайте попробуем его вместе с вами. Чуть-чуть я его перемешала, потому что там были какие-то комочки. У меня, видимо, постоял немножко после магазина. Пока идешь домой, он там весь перемешается. И давайте его попробуем. Пробуем. А по вкусу, знаете, он просто йогурт. Такой, знаете, вот просто йогурт без сахара, без чего-то там такого. То есть он абсолютно не сладкий. Вот чисто как будто вот как дома делают, да, из молока коровьего, да, например, там что-то еще добавляют, делают йогурт, но еще не успели его там посластить. Вот это вот прямо приближенно к натуральному. Вкус такой, как у натурального. Ну, я йогурт делала сама, но немножечко там другой у меня был вкус. Здесь вот приближенный. Ну, довольно, кстати, вкусный такой, он терпкий немножечко. Такой, знаете... Ну, вкусный, но, честно говоря, я бы не купила его второй раз. Хочется более как-то... Хотя, если кушаешь дома, то можешь и сама добавить всякие там фрукты какие-то захочешь. Но тогда по цене, конечно, он должен быть все-таки подешевле. Ну, если, допустим, вы сидите на диете, то такой йогурт можно покушать. Чисто вот кто на диете, он без всего... И, честно говоря, там даже не хватает немножечко все-таки чего-то послаще такого. Потому что обычно кажется, если йогурт, то значит это сладкое что-то с чем-то там, что-то такое вкусное, ароматное. То здесь вот чисто как, знаете, как мацони вот продают. Или как вот в аптеке продают разные бактерии, чтобы сделать кефир, чтобы сделать йогурт. Вот это вот ощущение вот это же. Вот как будто это просто вот бактерия, которую нужно куда-то там добавить, чтобы что-то там сделать. А вроде бы как бы вот так вот для еды она не предназначена. Вот ощущение вот такое. Потому что на вкус, в принципе, она какая-то не особо прям. Ну, как бы ее можно съесть, но это не настолько приятно ее съесть. Ну, как, не знаю, мне не понравилось, честно. Как-то так, средненько. Бывает все-таки повкуснее, бывают йогурты даже без всего, бывают все равно вкусными и ароматными. Здесь вот чисто вот просто еда для детей, может быть, они, кстати, подойдут, для садиков, вот. Либо кто на диете сидит, сладкое не ест, вот тоже подойдут. Или там правильное питание, там вот что-то такое. Давайте попробуем еще разочек. Там такой, ну, блин, там не настолько приятный какой-то привкус. Честно говоря, мне не нравится этот привкус. Пробуем. Хотя, может быть, чуточку сладенький есть. Но привкус этот все перебивает, мне не нравится, честно. Может быть, конечно, он и натуральный, с бактериями какими-то там. Но, честно говоря, не особо. Не для меня это. Может быть, кому-то понравилось, напишите в комментариях свой отзыв, понравился вам такой йогурт или нет. Другие люди будут искать и с удовольствием прочтут ваши отзывы. На сегодня это все. В конечной заставке сейчас будет ролик, где участвовал этот йогурт и что из него получилось. Это очень интересно, посмотрите. Также смотрите другие ролики, мои обзоры на продукты с Фикспрайса, Светофора, Победы, разные шоколадки, вкусняшки,
консервы, там, короче, очень-очень много всего интересного на моем канале, обзоров очень уже просто уйма, разные чипсы также есть, вот, обзоры на технику также есть, там имеются влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, развиваемся, занимаемся, моему сыночку 3 годика, также живопись, фоны интересные, качественные, кстати, 4К у них качество, очень четкие. И куча всего интересного. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить. Отзывы пишите, ставьте лайки. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока.